Богдан! Богдан! Опять про Бамблби смотришь? Тебе не надоела эта фантастика с машинками-трансформерами? Это не фантастика! Бамблби превратился в другую машинку! Он настоящий! Вот ты маленький и наивный! Богдан, иди лепить всяких зверушек разных. Смотри, какой нам мама пластилин классный купила. Ну, я потом. У меня здесь Бамблби. Да ты посмотри, какой он воздушный, мягенький, пушистый. Я все равно не умею лепить. Вот и научился бы заодно. Тут подробная инструкция с картинками. Ну, Свет, ты пока научись, а потом меня научишь, хорошо? Делать мне нечего маленьких кракозябликов учить лепить. Так, с чего тут начать можно? Ну, как можно не верить, что ты настоящий? Так, аккуратненько, хвостичек. О, какой красивый. Богдан, посмотри, какой милашка у меня получился. Ого, классно! О, классный. Свет, а слепи мне из пластилина Бамблби. Богдан, это набор зоопарк. Ушки, шерстки, хвостики. А Бамблби это вообще робот, да и то не настоящий. Он настоящий, я в мультике видел. В мультике тебе и привидения показывают. Хочешь сказать, что они тоже настоящие? Ну, наверное, но я их не встречал. А Бамблби встречал? Нет. Да потому что он не настоящий. Да отвлекись ты уже от своих трансформеров. Давай поиграем. Тут игра в наборе. Я даже кубик слеплю. Не, давай в иглу потом. Никто мне не верит. А я знаю, что ты настоящий. Угу, настоящий. Тебе скучно одному? Друга слепить. Света, как машинку слепить? Откуда я знаю? А ты посмотри в ютубе, как слепить. Ролик для малышей, как слепить машинку. Богдан, ты чу-чу, ты не видишь, что я тут в игру играю? Ну, Свет, мне очень-очень нужно научиться лепить машинку. Богдан, у тебя целый гараж с машинками. Зачем тебе еще их лепить? Ну, моему Бамблби очень скучно. Мне нужен Оптимус Прайм. Не Прай, а Прайм. Ясно, мой брат совсем чу-чу. Хорошо, я тебе обязательно помогу. Потом. А можно сейчас? Ему очень одному скучно. Вот. Какой же ты надоедливый, я за тебя даже уровень проиграла. Ладно, ладно, я поищу уроки, как слепить машинку. Ура!
Поищу, поищу и ничего не найду. На, Светочка, это к тебе. Вкусно, мама. Ничего себе! Это откуда у тебя кукурузные палочки, да еще и с сюрпризиком? Ну, мне мама дала, а я не съел атласы. Значит, припрятал от меня. Угу. Ну, я как его? Ну, я подумал, что я потом поем. Ладно, ладно, все, не мешай мне. Искать эту, как вы, информацию про этого, как вы, ну... Оптимус Прайм! Все, Оптимус Прайм, все, давай, иди. Вот видишь, в школу ты будешь не один. Ну что, уже нашла? Так быстро? Нет, конечно. А когда найдешь? Когда-нибудь. И вообще, мне мама сказала убираться. Но я убираться не могу, я же тебе помогаю. Так что за меня будешь убираться ты. Я убирать? Ты что, совсем тю-тю? Я не умею убирать. Так учись. Так, нужно полы подмести, игрушки убрать, посуду помыть и пыль протереть. Начинай! Ладно. И диван не забудь сверху протереть! Я? Нет, ты что, я ищу уроки по лепке. Это реклама просто. Неправда, ты реклама, я видел. Ах, ну отвлеклась немного, что тут такого? Ты меня обехитрила. Что? Да я тебе... И убираться заставила. Не заставила, а делегировала ответственность, понял? Не понял. Конечно, не понял. Я сама не понимаю, что это означает. Короче, ты ледиска. А ты маленький крокозяблик. Бамбуби, ну ты же настоящий. Почему ты за меня не заступаешься? Это что еще такое? Ура! Богдан, ты это, что ты придумал? Убери своего трансформера! Ой-ой, ты чего? Богдан, что он от меня хочет? Хочешь, чтобы ты меня не обижала? Да когда я тебя обижала? Ладно, ладно, не буду. Обещаю, я вон уберусь сама даже. К тому же мама мне сказала убираться, а я Богдана заставила, он еще маленький, напортачит чего-нибудь, а мне влетит вдвойне. Я буду рядом. Ну кто мог подумать, что этот Бамблби настоящий? Богдан! 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 Что? Ау! Ты что, заснул? Нет, я не сплю, я Бамблби.
Смайл, отойди, пожалуйста. Тебе не надоело смотреть своих трансформеров?